Всем привет из Киева, столицы Украины. Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Фурсов. Сегодня 1 февраля 2020 года. Осматриваем пробу из Африки, из Конго, добытой коллегами, усилиями, стараниями и привезенных на исследование и сохраненных в спирте. И смотрим здесь наездников двух семейств: мимориды и хальцит семейства афелиниды. Вот это мимориды, вот это род полинема, типичный представитель миморид, семейства миморид, яйцеедов. Возможно, это паразиты яйцекадок. Вот такое удлиненное тело, типичное характерное строение, которое мы наблюдаем. Вытянутые крылышки с очень коротким желкованием, приближенным к основанию крыла, длинными усиками, на конце усиков округлая булава, удлиненные членники усиков, вытянутое брюшко с яйцекладом видим. Здесь другой представитель, более мелкий, из рода Аляптус, тоже мимарит. Вот это крохотный представитель из рода Анагрус, паразит цикадок. Это, возможно, вид склерухус с длинным яйцекладом, выступающим. Рядом желтенькие экземпляры семейства мимариды и афелиниды. А тут мы видим другое семейство, это энцертиды, вот крупные черные энцертиды, а длинными усиком это мимарит, аляптус. Желтый афелинит с длинными усами. Опять видим по центру, это, по-моему, энцертид. Вот желтые экземпляры, это все афелиниды. Семейство афелинида. А вот это черный экземпляр энцертид с коротким маргинальной жилкой и особым строением, и габитусом делает. Так, желтые экземпляры это афелиниды. Лимонно-желтый с хорошим длинным маргинальной жилкой. Черный экземпляр это полинема из семейства мимориды. Наверху другой род афелинид. Видим тоже короткие усики, но короче, чем у мимарид, естественно. И достаточно длинная маргинальная жилка. Очень похоже на вот соседнего желтенький экземпляр афелинид. И так вот мы тут немножко полистаем. А это семейство мимориды. Самец с длинными усиками, а нагруз мимарит. Вот здесь еще экземпляры, опять мы повторяем, с вытянутым яйцекладом мимарит. Тут немножко надо поискать. О, находим еще один экземпляр, желтый афелинит. Вот этот черный, это мимарит. У него длинный яйцеклад. А вот это сцелианиды. Черный экземпляр, сейчас становится фокус, сцелианиды. Коротеньким желкованием и округлым брюшком. Желтый экземпляр это энцертиды семейства. Черный экземпляр это семейство мимориды. А вот черный это трихограмматит. Проскочил быстренько. Опять вот этот черный экземпляр, хорошо выглядящий, вытянутые крылышки, коротенькая маргинальная жилка, укороченные усики, членистые, с хорошо выраженной булавой. И это энцертиды, по-видимому, самец, потому что не просматривается яйцеклад, коротенькие гениталии. Так, снова анагрус, семейство мимориды. Сейчас на желтом фоне. А здесь я перевел уже на другой немножко фон, розовый, чтобы посмотреть этот кадр немножко по другим ракурсам, по другим цветам, поэкспериментировать. Вот так экземпляры собираются при помощи различных ловушек. Хальцидоидные наездники легко попадают в ловушки мерики, малеза. Вот черный экземпляр это энцертид. Это самец. Видим, что самец яйцеклада не видно, гениталии видны. Удлиненные усики членистые. И короткая маргинальная жилка. Плащенная грудь. Хорошо выраженный щитик с кутом и с кутелем. Черный маленький экземпляр это семейство афелиниды. Самец тоже с вытянутыми усиками. Сейчас посмотрим другие экземпляры. С левой стороны маленький экземпляр тоже афелиниды. Черный экземпляр длинный, вытянутый с яйцекладом. Это семейство мимориды. Характерный признак длинные усики с булавой. Вот желтый экземпляр это все афелиниды. С невыступающим яйцекладом, достаточно длинными усиками. Хорошо выраженной тоже булавой. Вот желтый экземпляр это все афелиниды. Черный посередине это мимарид, выступающим яйцекладом. Вот темный экземпляр это энцертид, потому что здесь виден гениталии и короткая маргинальная жилка. Так, с правой стороны тоже другой представитель семейства энцертида.
Так, вот черный, темный экземпляр инцертида. А вот желтый с очень длинными усиками. Это афеленид. Желтые лимонные афелениды. Здесь крупный экземпляр семейства мимориды полинема. Вытянутое брюшко, стебелек брюшка, вытянутые длинные усики и длинные крылья. Усики длинные с булавой на конце. Здесь вот несколько экземпляров рода полинема мимориды. Крылья опушенные, с длинной краевой бахромкой, без рядков волосков, равномерно опушенные, очень коротким желкованием, ближе к основанию крыла. Вынятое заостренное брюшко у самок. У самцов более короткое. Длинные усики с булавой и длинные членики вытянутых усиков. В желтое основной членик усиков. Видим, что опушенные крылышки. Желтый экземпляр это семейство афелениды. Здесь снова крупный экземпляр это тот же самый самец семейства энцертиды. С правой стороны это афелениды. Маленький экземпляр. Желтый экземпляр тоже семейство афелениды. Здесь вот крохотный экземпляр семейства мимориды с вытянутыми узенькими крылышками. Желтый экземпляр это энцертиды. Вот крупный желтый экземпляр это мимориды с вытянутыми усиками. А наверху с правой стороны это афеленид с коротенькими усиками. Здесь два крупных экземпляра семейства энцертиды. Вот крупный экземпляр самец и с левой стороны тоже самец. Короткая маргинальная жилка. И вот так вот мы заканчиваем, наверное, показ сегодняшней пробы, где несколько семейств хальцедоидные наездники, мимориды, афелениды, трихохроматиды, а также сцеляниды, платикостроидные. Так что спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а я буду продолжать рассказывать о природе, о насекомых, я буду показывать вам новые интересные истории на моем канале. Спасибо, всего доброго, до новых встреч!